Снарик, где 28 глеб, глеб марш. Как вы поняли, у нас будет ролик. Едим еду только на букву Л. Никакого больше еды, только Тайда, у которой первая буква начинается на Л. Итак, погнали. Опа, первый раунд у нас это Лейс рифленые. Со вкусом лобстера, если я не ошибаюсь. Так. Ну что, знаете, это в принципе легкий раунд чипсы, как вы знаете. Все любят, даже я и глеб марш. Лобстеры, в принципе, я люблю. Я раньше краб и лобстеры вот эти вот вообще не любил, а сейчас полюбил. Итак, ребята, последние секунды для маленьких дожжов. Давай, давай. Я тоже давно съел. Все, все, доживал. Все ж, ребята, в принципе, раунд был. Мне понравился, и тебе. Мне тоже. Ну да, чипсы это, в принципе, норм. Двигаемся. Да. Опа, опять чипсы только. Лейс стикс. Они чем-то картошку фри напоминают, только у них тут такая форма треугольника. Да, это, в принципе, кетчуп, ну да. Да, это кетчуп. Тоже, в принципе, хороший вкус. Нормально, в принципе, да. Есть можно. Это раунд закончен, двигаемся дальше. Итак, ребята. Глебика вызвали. Ну там, позвонили ему, вызвали. Теперь у нас Броня. Вот он наш, хороший. Ну, мы также продолжаем. Ты же знаешь, какой мы сегодня ролик снимаем? Мы сегодня едим еду на букву. Правильно, вот. Мы уже с ним где-то два раунда прошли, да ведь? Где-то ну, так. Не знаю, сколько там. Ну, где-то мы два раунда так прошли. И теперь у нас Брончик будет. Так, ну что ж, давайте. Так, у нас получается идем. Третий раунд будет. И двигаемся к третьему раунду. Та-дам, ребятки! О, смотрите, это же сухарики с лососем, как раз лосось это буква L. И еще плюс к этим сухарикам с лососем идут вот такой вот соус тар-тар. Ну что ж, за счет брони начнем. Кстати, у брони, смотрите, очень мало, потому что он эти не очень сухарики любит, но для вас он съест парочку штучек тут. Ну что, давайте, давайте откроем это. Давайте. Ой, тут немного... Оп, о, посмотрите, немного намазится. Ну давай. Почти мой нос. Посмотрите на эту здоровую. Какая у меня толстенький такой. Хорошее сочетание. Ну нормально. Он это так. Просто так. Вы, ребят, тоже ставьте обязательно, когда этот ролик. О, вкусно, ребята, вкусно. Очень вкусно. А я, ребята, не хотел пробовать. Я просто это на рыбу не особо люблю. Ну, в сухариках. Но он рыбу не так любит сильно, но я вот люблю только дорогую рыбу, красную, именно форель, лосось, ну и все. И семга там. Ну, а, ну семга так. А, тоже красная рыба. Да. А еще из рыбы люблю тунец в банке, в консерве, тоже прикольно. Я тут уже тоже почти что доедаю. Но больной. Давай. А вот уже. Это блин, две штучки были. Вон там еще много. Нормально. Все. Сейчас, я подождите. Мы... Да. Что он делает? Танец победы, что я первым съел. Ну, может, не на скорость. Главное, чтобы съесть. И не получить шапалаха. Двигаемся всё. Дальше. Этот раунд закончен. Двигаемся дальше. Та-дам, ребятки. О, чипсы с лобстером. Лобстер тоже же. Первая буква какая? Лобстер, правильно. Л. Так. Ну что, у нас чипсы с лобстером рифленые, кстати, прикольно, да? Такой нежнейший вкус. Шарит за тренд в ТикТоке. Вообще, балдёж. Mm.
Кстати, ребят, напишите в комментариях, какие ваши любимые чипсы. Вот у тебя, блин, какие любимые чипсы, например? Лобстер, рифленые. Все. Лобстером? Лобстер, рифленые, рыбушки, гриль и с крабом. А, ну ладно. У меня вот любимые это ребрышки гриль и, наверное, тоже с лобстером. Вот. Мои два любимых вкуса. А вот лосось на сливочном соусе я не так не очень люблю. Мусарики такие вот. Я съел. Ждем, когда съест бронь. Так, ребята, броня доел чипсайс. Этот раунд был очень даже хороший. Все у нас чистые тарелочки. Теперь двигаемся дальше. Опа, напиток, наконец-то. Наконец-то. Я так хотел. Просто я этих снеков так не ел, что питья нет. Как раз Липтон Л. Липтон, как раз. Что, Липтон, нальем? Это он айс. Холодненький. И из холодильника. Опа, посмотрите, сколько заплатило тут все. Давайте. Что, наливаем? Я у меня после кстати, чипсов. Это решающий раунд. У меня после чипсов уже все пересохло. У меня тоже после этих снеков, после чипсов, после сухарика вообще... Просит попить. После всех раундов, где мы маленькие, уже все пересохли. О, нормально. Ус. Давай. Первый. О, второй. Хорошо. Прохладненький такой. Раунд подошел к концу. И, ребята, ролик тоже подошел к концу. Сегодня мы ели еду на букву L. Если вам понравилось видео, обязательно любите этому видео лайк. Что сделайте? Подпишитесь на канал. На самом канал. Г2, сам был я. Глеб. Барончик. Ну, Глеб маленький. Глеб, Глеба. Глебик там был, но он уехал. Всем удачи. Всем пока.